117 нарушений за 5 дней. Это итоги оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». Проводила его природоохранная полиция области. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность. Все подробности в сюжете пресс-службы областного департамента полиции. В районе имени Макжана Жумабаева за незаконную порубку деревьев задержали 32-летнего жителя города Булаева. Вблизи села Медвежки он спилил 304 березы и 47 осин, не имея на это разрешения. Сумма ущерба составила 270 тысяч тенге. Теперь мужчине грозит штраф до 400 тысяч тенге или арест до 40 суток. К тому же придется возместить ущерб. На территории Северо-Казахстанской области с 20 по 24 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», в ходе которого к административной ответственности привлечено 108 нарушителей природоохранного законодательства. Возбуждено 2 уголовных дела. Одно по статье 334 части 1 УК РК «Самовольное пользование недрами» на территории Таиншинского района. Второе по статье 340 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная порубка деревьев и кустарников» в районе Макжана Жумабаева. А за незаконный отлов рыбы в Тимирязевском районе накажут 2 жителей Кустанайской области. В их сети попали больше 300 килограммов щуки, карасей и окуня. За такие же правонарушения административную ответственность понесут еще 27 человек. Полицейские напоминают, что в настоящее время охота на водоплавающую дичь и диких животных запрещена. Рыболовство допускается только при наличии разрешительных документов. Всего за 5 дней оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» выявлено 117 нарушений природоохранного законодательства. Шансулу Тастемирова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.